Упаковка сыра типа «Ламбер». Размещаем головку сыра в пакете в камеру вакуумного упаковщика открытой стороны на сварющую планочку. Закрываем крышку. Начинается процесс откачки воздуха из камеры, соответственно, и из пакета. После того, как полностью весь воздух откачан из камеры, поднимается сварющая планочка. И запаивает пакет в безвоздушном пространстве. Затем идет декомпрессия и открытие крышки. Обращаем внимание, что при упаковке данного товара используются вакуумные термоусадочные пакеты. Для них используется опция SL1, SL2. То есть одна струна, которая ближайшая, нагревается одно время, а обрезная струна, она более долго имеет время запайки. Она, разумеется, обрезается лишней. То есть, по идее, должно все отрываться.